Ковидная ситуация ухудшается, количество заболевших растет с каждым днем. Медицинских работников сейчас в учреждениях не хватает, а те, что есть, трудятся в напряженном режиме. В том числе сотрудники отделения скорой помощи, которые в последнее время столкнулись с ростом количества необоснованных вызовов экстренной медицинской помощи. Подробности далее. В Ненецком округе участились случаи вызова скорой медицинской помощи. И связано это не только с неблагоприятной эпидобстановкой в регионе. Как выяснилось, порядка 40% вызовов, фиксируемых диспетчерами, носят необоснованный характер. Вызывают скорую помощь для того, чтобы сотрудники скорой медицинской помощи измерили температуру, потому что собственных градусников у жителей нет, чтобы дали жаропонижающие таблетки, потому что граждане не смогли их купить. Дальше лица, которые злоупотребляли накануне алкоголем, просят дать таблетку для того, чтобы иметь возможность заснуть. Кроме того, часто вызывают скорую медицинскую помощь для того, чтобы специалисты скорой медицинской помощи сделали гражданам перевязки, что не входит в функциональные обязанности скорой медицинской помощи. Делать они это не обязаны. Не мерить температуру, не выдавать из своего резерва жаропонижающие препараты, не давать препараты для нормализации сна лиц, которые употребляют алкогольные продукции. Также они не производят перевязки. Представители здравоохранения обращаются к жителям города Нарьян-Мара и поселка Искателей и просят пересмотреть свое отношение, во-первых, к своему здоровью и профилактике возможных заболеваний, для чего необходимо иметь в домашних аптечках приборы для измерения температуры и запас медикаментов, в том числе жаропонижающих. Во-вторых, к работе скорой помощи, первоочередной обязанностью которой является оказание экстренной медицинской помощи в ситуациях, угрожающих жизни человека. Это жизненно угрожающее состояние, связанное с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Это жизненно угрожающее состояние, связанное с нарушением дыхания. Это беременность и роды, угроза преждевременных родов и начавшиеся роды. Это травмы, это химические ожоги. Все остальное – это неотложные состояния, которые могут быть обслужены в поликлиниках, в неотложных кабинетах. Поэтому мы очень просим граждан пересмотреть свое отношение к медицинским работникам, которые оказывают ургентную медицинскую помощь, не отвлекать их для решения своих, так скажем, вопросов, которые можно решить в рабочем порядке, в плановом режиме. В одну смену на станции скорой помощи трудятся всего 3 бригады медиков, одна из которых ковидная. Необоснованный вызов к одному пациенту может стоить жизни другому, которому действительно требуется оказание экстренной медицинской помощи. Василий Хатанзейский, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».